А вы думали, что я не могу? А я умею дарить. Я умею дарить свое творчество. Причем это не обязательно может быть эфир. Не обязательно. То есть я подарил свое творчество другой структуре, которая дает вам то, что вы должны употреблять. Примерно 840 минут я подарил свое творчество на YouTube. Я просто подарил свое творчество. Я еще вам другое творчество свое подарил. Не помните? Так вот, я объясняю события. Меня пригласили, мне сказали, что необходимо съездить, материал сделать по командировке в службу, где мы сейчас занимаемся, СВО. Я туда съездил. Вы это все я еще вам показал в эфире. Это я вам просто подарил. Кое-что подарил, правильно? И никогда мне не надо говорить, что я не умею дарить. Потому что для меня главная работа на вас. Другой вариант. Если человек сильно-сильно захочет, он мне может помочь. То есть я в две конторы спросил. Единственный грамотный вариант. Мне необходима сумма для продолжения лечения того дивного заболевания, которое у меня существует. Но они мне не дали ни первая контора, ни вторая контора. Не просто потому, что они мне нужны деньги. Нет. Я это делаю абсолютно бесплатно. Господь Бог дал мне эту возможность. Я хочу сделать так, чтобы люди даже в случае полного, как глиобластома, а недавно мы похоронили Настю Заворотнюк, тоже глиобластома. Вы забыли, да? Жанна Фриске, Михаил Задорнов, Алексей Хворостовский. Да-да-да-да-да. Это все была одна и та же болячка, с которой я и болею. Естественно, когда мне люди спрашивают, I can speak English, it's normal for me. I can give them total treatment against glioblastoma. То есть я работаю и на английском языке, естественно. Люди ко мне обращаются, я даю абсолютно все это дело бесплатно. Что мне сегодня и сейчас необходимо? К поездке на Кубу мне нужно съездить в другое место. А это нужны денежки. Как вы прекрасно понимаете, я прошу. И попрошу эти деньги еще и Виктора Филипповича Рашникова, у нашего замечательного директора, нашего города, мэра города, естественно. Попрошу еще у городского собрания депутатов. Могут дать, могут не дать, без разницы. Потому что я не для себя прошу, я прошу это делать для тех, кто должен понимать, что если наступила функция под названием рак, никуда не надо падать. Обратите внимание, сколько я проживаю. То есть даже если это глиобластома, смотрите мои сюжеты, и 11 лет, и продолжение банкета. Я не собираюсь, рано или поздно мы, конечно, уйдем на тот свет, естественно. Но давайте попытаемся сделать немножко по-другому. К слову о том, что меня уже спрашивают насчет рекламы на YouTube. Не проблема. То есть если вы хотите сделать 840 минут YouTube, то вы можете ко мне обращаться. Цена вопроса будет $1000 в месяц. Это не стоит дешево, потому что это делается красиво. Красиво и ровно, и вы должны понять. К слову о том, что красиво и ровно, вы можете посмотреть все мои сюжеты. И уже посмотрев все мои сюжеты, надо подумать, как я все это дело показываю. Я это дело показываю от начала и до конца. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, если вы хотите что-то сделать красивое из того материала, что я вам уже показал, единственное, вам нужно сделать все в идеальном состоянии. Если вы хотите менять стекла, я недавно поменял стекло, мне сказали, что стекло на моей машине будет стоить 3000 рублей замены, так мы его просто поменяли. И поменяли бесплатно, потому что я кое-что умею делать. К слову о том, что если вы хотите поехать на СВО, показать, что вы красавцы, такая поездочка будет стоить $15 000. Эта сумма небольшая. Или вы думаете, что товарищи, которые возвращаются туда и обратно, то есть человек из Первого канала, просто так туда ездят, что ли? Ну да-да-да-да-да, не надо мне говорить ничего. У них средняя заработная плата далеко не $15 000. Они примерно зарабатывают $150 000 в месяц. Так что имейте совесть. Все зарабатывают. Потому как, извините, попадать и чувствовать, что над вами кто-то прилетит, это, знаете, тоже весьма интересная жизнь. Мы это можем сделать. Хотите, обращайтесь. Да никаких проблем.
Потому что мы работаем для вас. Если вы хотите что-то сделать хорошо и качественно, или в интернете, или в эфире, не проблема.